Раннее утро, половина восьмого утра. Мои коты еще спят. Пуся вот проснулась. Я проснулась, попила кофе и думаю, что бы для вас такого интересного снять. Приветствую вас, дорогие любители творчества. Добро пожаловать на мой канал. Добро пожаловать ко мне домой, в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. И сегодня разговор у нас будет долгий, интересный. Мы поговорим о творчестве. И я покажу вам, все-таки покажу мастер-класс по вязанию вот этого шарфика и вот этого узора. И напомню вам, что спонсором этого проекта является замечательный магазин для рукоделия «Пряжа Су», который любезно предоставил пряжу «Ализе Махер». И я хочу извиниться перед неправильной информацией, которую я дала в прошлом ролике по поводу скидок в этом магазине. Опять подвела моя невнимательность, мое не очень хорошее зрение, поэтому хочу сделать акцент в этом ролике и, конечно же, в последующих, потому что у нас еще по плану будет один проект, это вторая пряжа Белсаида Мини. Вчера я вам показывала образец, сейчас дотянусь до него. Это вот эта пряжа. Но сейчас такое освещение, что она просто идет в черный цвет. На самом деле это глубокая темная морская волна Белсаида Мини. Это будет второй проект из пряжи, которую любезно предоставил магазин «Пряжа Су». Так вот, скидка для вас в 5%, за исключением некоторых брендов. Я о них оставлю информацию под этим видео, перечислять о них не буду. Эти бренды не вошли в эту акцию в 5% с промокодом Ситникова. Все остальные товары вы можете купить с 5% скидкой в этом магазине «Пряжа Су» с 26 декабря этого года по 26 февраля уже будущего года 2020. Вот два месяца, пока будет действовать эта скидка в 5%. Что хочу сказать по этому шарфику? Вяжется на самом деле просто, но нужна некоторая внимательность, на которой я, конечно же, сделаю акцент. Мои хорошие, ранее я обещала вам, что я оставлю схему на этот узор, но, к сожалению, ввиду новых правил, ввиду с новыми положениями на YouTube сейчас происходят какие-то чистки, какие-то ограничения. Я не хочу рисковать, не хочу получить страйк или еще что-то, какой-то запрет. Поэтому схему я выложить, к сожалению, не смогу. Ни в сообществе, ни в этом ролике. Здесь все очень-очень просто. Я вам покажу и расскажу это на практике. Здесь 35 рядов в высоту узор. В общем, все это я вам покажу. Что хочу сказать по поводу пряжи. Значит, вот эта пряжа Ализе Кид Махер от турецкой фирмы. Я, к сожалению, по-моему, в прошлом видео не сказала вам цвет. Ну, это бежевый оттенок. Так, сейчас попытаюсь найти. Не вижу, увы, цвет. Может быть, здесь. Сейчас, одну секунду. Да, вот, колор 67. И вторая пряжа. Спонсором этой пряжи был магазин «Бобин».
Ссылку тоже на магазин оставлю. Там для вас 10% скидка, но до Нового года. Осталось совсем немножко. Это пряжа Муза от Color City. Вот две ниточки, с которыми, которые я подружила и начала вязать шарфик. Потом я поняла, что вот эта пряжа Alize Mohair не подходит для моей шеи. Она мне колючая. И я перешла вот уже та средняя часть шарфика. Я добавила сюда Kid Mohair от Drops. К удивлению, практически незаметен переход. Немножко, вы даже на камеру сейчас это не увидите. То есть вот Kid Mohair от Alize, вот он Kid Mohair от Drops. Что хочу сказать. Я все-таки не перестаю удивляться вот этой итальянской ниточкой Kid Mohair. И, наверное, я больше не буду покупать Kid Mohair от Alize. Я, конечно же, использую этот Kid Mohair, который я... который мне предоставил магазин. Вот эти две пряжи. Вот видите, оттенок, конечно, немножко отличается, но, тем не менее, в полотне его практически не видно. Так вот, Kid Mohair от Drops, Kid Mohair от BBB и Kid Mohair от Alpina Jenny. Вот это те ниточки, которые для меня совершенно незаметны для тела. То есть я их не ощущаю. Они доставляют мне удовольствие в использовании вещи, связанной именно из этой пряжи. Они не колятся, они очень мягкие. Поэтому я все-таки, если вы надумаете вязать подобный шарфик, я рекомендую вам воспользоваться все-таки пряжей от Drops или BBB. Вот я нашла эту пряжу в интернет-магазине. Пряжа Су. И стоит она там, ну, так скажем, не совсем дорого. Есть магазины, в которых эта же пряжа стоит дороже. Тем более у вас здесь есть 5% скидка. Вот 339 рублей. Пряжа от BBB Soft Dream. Я посчитала, если воспользоваться скидочкой с промокодом Ситникова, то это будет 322 рубля за моточек. Я все-таки вам рекомендую воспользоваться именно вот этой пряжей для шарфика. Ну, а я буду вязать среднюю часть от... Вот с этим Kid Mohair, а две нижние части шарфика, конечно же, использую эту пряжу от Alize. Для меня она колючая. И посмотрите, как даже в полотне выглядит по-разному эта пряжа. Я имею в виду по объему. Значит, Kid Mohair намного тоньше, но полотно выглядит вот такой, таким пухляшом, я бы сказала. Вот что значит мягкость и воздушность. Пряжа от Alize Kid Mohair выглядит совершенно по-другому. И объема здесь нет, и присутствует колкость. Поэтому я советую вам все-таки купить пару моточков вот пряжи от BBB Soft Dream. Это будет, что получается, если два мотка, то 644 рубля. Это не так уж и много, чтобы связать прекрасный шарф и наслаждаться этим изделием потом в носке. Вот такие мои как бы выводы. Ну а сейчас я уже приготовила. Сейчас Кузьму немножко потревожу, уберу эти лежаки. Приготовила уже свою лампу. Видите, какая темень на улице? А ведь уже практически 8 утра. И начну, и мы приступим с вами вязать этот мастер-класс по этому
шарфику. Я не буду показывать каждый ряд, но вполне объясню, как вязать эту красоту. Итак, приступаем вязать шарфик. Я набрала на спицы 4,5, обычная чулочная китайская спица из набора 11 пар. Кстати, ссылка есть во вкладке в сообществе. 66 петель. Это учитывая кромочные. Сейчас я проговорю, как вам нужно будет связать вот где-то сантиметров 8. Вы это сами можете регулировать. Начало шарфика без вот этих жгутов. Вот вы видите, вот такая своеобразная резиночка провязанная. Да я даже могу посчитать, сколько здесь рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Я провязала 14 рядов. Вы можете сразу начать вязать жгуты. Вы можете вот это увеличить расстояние. Это все на ваш вкус. Итак, 66 петель. Начинаем вязать. Первую кромочную с накидом я снимаю. Это я еще раз покажу дальше в видео. Дальше. 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, кромочная. Вот я вам проговорила. Можете посмотреть, как это выглядит. Ну, я думаю, понятно. То есть у нас получается 1, 2, 3, 4 блока по 6 лицевых. Это те места, где мы будем делать вот эти жгутики. Дальше просто идет резинка 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные. И вот таким образом мы провязываем прямо 14 рядов. Повторюсь, это может быть расстояние у вас по вашему усмотрению, так как вы хотите. И дальше, собственно говоря, пошел сам узор. Сейчас я вам покажу начало вязания от и до. То есть вот этот один ряд, который будет повторяться. Ну, потом скажу, сколько раз. Итак, приступаем. Итак, первую кромочную я снимаю. Накид у меня за петлю. Это моя кромочная. Дальше идет изнаночная. 2 лицевые, изнаночная, 2 изнаночных, вернее, 2 лицевые, 2 изнаночные. И вот он первый наш жгутик. Я использую китайскую пластмассовую иголочку. Снимаем 3 петли, оставляем их перед работой. 3 лицевые. Возвращаем петли и провязываем 3 лицевые. Сейчас надо штатив, наверное, мне поднять повыше. Слишком низко опустила. Дальше идет 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И опять этот жгут. Вот здесь нужно запомнить, куда располагается наше вязание.
в первой половине вот этих 35 рядов вверх, второй жгут идет у нас в обратном направлении. То есть вот эти жгуты крайние у нас всегда константа, то есть они один идет с петли перед работой, крайний жгут идут петли за работой. А вот здесь у нас идут танцы с бубнами. Здесь будут меняться направления наших жгутов. Так вот, в первом, в начале вязания, второй жгут у нас идет за работой. Просто вот, чтобы вам полегче было запомнить. То есть, сняли 3 петли и оставили их за работой. Провязываем 3 лицевые. Возвращаем наши петельки и провязываем их тоже 3 лицевые. Провязали 2 изнаночные, 2 лицевые. Вот эти наши жгуты находятся, по сути, между петлями резинки 2 на 2. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И вот следующий жгут. Теперь этот жгут опять меняет направление. Теперь мы вяжем его как самый первый наш жгут. Снимаем, оставляем 3 петли перед работой. Провязываем 3 петли лицевыми. Возвращаем наши петли. 3 лицевые. Что будешь делать? Вот 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И вот мы перешли к следующему жгутику. Этот жгут, как я говорила, боковой жгут, он у нас константа, и он будет всегда провязываться. Снимаем 3 петли, оставляем за работой. Провязываем 3 лицевые. Возвращаем петли. Провязываем 3 лицевые. Думаю, я понятно объяснила, чтобы вам полегче было запомнить узор. 2 изнаночные. И дальше пошла резинка 2 на 2. 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, и вот она, кромочная моя с накидом. Вот таким образом. Это первый ряд наших вот этих вот перекрещиваний. В изнанке мы провязываем во втором ряду, как смотрят петли. То есть снимаем кромочную, получается 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных. Это вот как раз то место, где мы делали наш жгутик, который у нас константа. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных. Так, сейчас, вот видите, вязала в камеру, не подхватила, поскольку пряжа смесованная. Сейчас я крючком подхвачу, петелька ушла. Итак, продолжаем. Подхватила я петлю. Ну, думаю, что здесь понятно. Я один, конечно, рядочек свяжу. Сейчас мы вяжем место жгута,
6 изнаночных у нас по изнанке. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Напомним, мы вяжем второй изнаночный ряд. 2 лицевые, 6 изнаночных. То есть как смотрят петли. 2 лицевые, петли не затягиваем. Вяжу свободно, потому что нужна воздушность. Так, что я сказала? 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая и кромочная с накидом. Вот мы провязали, вернулись, то есть сделали наши перекрещивания, вернулись изнанкой. Вот этот ряд возврата изнанкой, это будет считаться один ряд. Таких рядов сейчас по рисунку без жгутов, просто вот эта вот резиночка, мы вяжем 5. Ну, то есть, как я вам объясняла в начале ряда. Вот сейчас мы будем вязать 5 таких рядов. В 6-м ряду у нас будет опять жгутик. Опять такие же перекрещивания, как мы делали в 1-м ряду. Думаю, объяснила понятно. То есть сейчас просто без перекрещиваний вяжем еще 4 ряда вверх. То есть вот эту нашу резиночку. Резиночку и вот эти вот петли перекрещивания лицевыми. То есть 1 кромочная, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, ну и так далее. То есть, попросту говоря, вяжем лицевые и изнаночные вверх. Еще 4 ряда. В 6-м ряду мы делаем опять наши жгутики. То есть вот этот перекрест, вот эта резиночка, опять вот этот, вот эти перекрещивания, которые мы вязали. И таких жгутиков у нас должно получиться 3. Вот посмотрите на вот этот узор. Так, сейчас что мы там вяжем? Мы вяжем вот это. Вот, посмотрите. То, что я вам показала. Петли жгута перед работой. Дальше петли резиночки 2 на 2. Петли жгута за работой. Резиночка 2 на 2. Петли жгута перед работой. Резиночка и жгут. Начинаем петли за работой. И вот таких вот перекрещиваний у нас должно быть 3. Смотрите, 1, 2, 3. Как вязать дальше после этих 3 жгутов? Встретимся в этом ряду, и я вам назову номер этого ряда и скажу, как его вязать. Итак, я связала еще один жгут, то есть мы начинали вязать с вами. Вот здесь я начинала вам показывать, да, первое перекрещивание, второе перекрещивание. 5 рядов вверх, в 6-м ряду нам нужно сделать последнее, 3-е перекрещивание в этом блоке. Давайте еще раз покажу вам. Ну, то есть сняли 2 изнаночные, 2, сняли петлю, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И вот он наш жгутик.
который у нас константа, это боковой жгутик. Танцы с бубнами у нас в центральных жгутах, там будет меняться направление. А эти два жгута, которые по бокам с одной и с другой стороны шарфика, они постоянные. Первый жгут снимаем петли, оставляем перед работой, возвращаем. Три лицевые, две изнаночные, две лицевые, две изнаночные. Вот он наш жгут. Этот жгутик в обратном направлении у нас, то есть мы оставляем петли за работой. Снимаем 3 петли. Возвращаем. Следите за тем, если пряжа смесованная, вот как у меня, чтобы подхватывать все петельки, чтобы не оставлять вот этих ненужных усов. Так, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, то есть резинка 2 на 2, 2 изнаночные, и вот он наш жгутик. Снимаем 3 петельки, оставляем перед работой. Возвращаем. Провязываем эти снятые 3 петли. Две изнаночные, две лицевые, две изнаночные. Последний жгут, который боковой, он всегда у нас, снимаем петли, оставляем за работой, возвращаем петельки, провязываем. Ну и осталось 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная и моя кромочная, которая с накидом. Провязали. Вот мы сделали наши 3 перекрещивания. Я считаю 3 перекрещивания, которые идут в центральном узоре. Здесь-то они постоянные, вы их не сможете посчитать. Они постоянно здесь идут жгуты через каждые 5 рядов. А вот центральные у нас, вот здесь вот я говорю, танцы с бубнами. Здесь немножко изменение идет и перераспределение расположения наших жгутов. Вот мы провязали первое перекрещивание, второе перекрещивание, третье перекрещивание. Сейчас переворачиваем вязание, и здесь уже в изнанке, вот здесь в этом ряду, нужно сделать акцент и внимательно посмотреть, как я буду вам показывать. Здесь у нас будет происходить перераспределение петель на наши центральные жгуты. Итак, это у нас 14 изнаночный ряд, и вязать мы будем его следующим образом. Первую снимаю.
Здесь ничего не меняется. Значит, в этом районе жгута у нас ничего не меняется. Мы вяжем по рисунку. То есть первую я сняла, лицевая, 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 лицевые. А дальше у нас идет перераспределение наших петель для будущих жгутов. Итак, 2 изнаночные. 2 лицевые. И вот здесь, вот по идее, мы должны по рисунку были провязать 6 лицевых. Нет. Теперь у нас идет 2 изнаночные. 2 лицевые. Так, петельку уронила. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. И вот опять это место, где мы опять не вяжем по рисунку изнаночные, а внедряем нашу резинку 2 на 2. То есть 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И здесь уже 2 лицевые. Вот это наш жгут, который не меняется. Здесь мы тоже ничего не меняем. Мы делаем перераспределение петель только в центральных наших жгутах. А здесь провязываем по рисунку. То есть 6 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая и кромочная. Вот мы в изнаночном ряду сделали перераспределение. Это был 14 ряд. 15 ряд вяжем по узору. То есть вот в связи с нашими этими перераспределениями. Сейчас я вам это покажу. Итак, 15 ряд узора. Кромочную снимаю. Изнаночная. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот оно, наше перераспределение. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные.
2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, то есть резинка 2 на 2 идет, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Этот наш жгут, он никуда не перемещается, поэтому 6 лицевых, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная и кромочная. Вот мы провязали какой ряд? 15 ряд. 16 ряд. Возвращаемся. Также ничего не меняя, без жгутов, все вяжем по рисунку. Изменения пойдут в 17 ряду. Первую сняла. 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных. То есть по рисунку. Здесь уже будет лучше видно наше вязание. Уже второй ряд, который мы перераспределили. То есть тут идет первые жгуты. То есть крайние жгуты, первые и последние, без изменений. В центре идет просто резинка 2 на 2. Я уже не буду как попугай повторять. Просто вяжем по рисунку нашу резинку 2 на 2. И доходим до крайнего жгута. Там будет 6 изнаночных. Потому что наши крайние жгуты, они не подвержены вот этому перераспределению жгутов по центру. Очень красивый узор на самом деле. Мне очень-очень нравится. То есть провязали резинку 2 на 2. Вот они, эти наши петли крайнего жгута. 6 изнаночных. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, лицевая и кромочная. Вот мы провязали 16 ряд. В 17 ряду сейчас будут изменения, поэтому внимание. Итак, 17 ряд. Начало. По рисунку первую сняли кромочную с накидом, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. Это наш жгут, который не меняется при всем вязании. Так, 6 лицевых, 2 изнаночные. Теперь внимание. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. У нас должно быть 5 вот этих блоков по 2 петли. 1, 2, 3, 4. Еще 5 блок. 2 изнаночные. То есть провязали 6 лицевых здесь, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Я считаю блоками, что такое называю, это вот 2 лицевые, 2 изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5. Все.
Вот теперь здесь мы будем перераспределять наш вот этот жгут. И сейчас мы провяжем 6 лицевых, это вот как раз место для будущего жгута. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И дальше по рисунку. Все, мы распределили наши жгуты. 2 изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И вот этот наш опять левый получается жгут, который не меняется. 6 лицевых, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и кромочная лицевая. Это мы провязали 17 ряд. 18 ряд вяжем по рисунку. Давайте я его провяжу вместе с вами. А в 19 ряду у нас уже будут жгуты. И я тоже вам покажу. Итак, 18 ряд. Кромочную снимаю, лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 изнаночных. 2 лицевые, все правильно, в камеру не очень хорошо видно. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных. Две лицевые, две изнаночные, лицевая и кромочная. Вот мы провязали 18 ряд, перераспределив наши центральные жгуты. И сейчас 19 ряд, это у нас ряд перекрещиваний. И перекрещивания здесь будут
уже смещены по центру. Мы подготовили место для этого. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Итак, первую кромочную я снимаю с накидом для ровного красивого края. Изнаночная. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. Так, еще 2 изнаночные. И мы подошли к нашему жгутику. Повторюсь еще раз. Этот жгут и крайний жгут, они у нас не меняются на протяжении всего вязания. Первый жгут мы снимаем 3 петли, оставляем перед работой. Провязываем 3 лицевые. Возвращаем петельки и провязываем тоже их 3 лицевыми. 1, 2, 3. Дальше идет 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И вот мы подошли к перекрещиванию. Наш следующий жгут, который меняется. Вот этот жгут у нас был вот здесь. Следующий жгут провязывается со смещением. Поэтому мы снимаем. И здесь меняется направление этого жгута. Снимаем 3 петли и оставляем их, как и в первом жгутики перед работой. Провязываем 3 лицевые. Возвращаем петли. Провязываем эти 3 петли лицевыми. 2 изнаночные. Это вот граница между нашими жгутами. Если посмотреть ниже, у нас здесь была другая граница, больше петель. Сейчас граница между нашими жгутами всего будет 2 изнаночные. И мы подошли к следующему перекрещиванию. И оно будет таким. Сняли 3 петли, оставили за работой. Провязываем 3 петли. Возвращаем 3 петли. То есть тут самое главное понять принцип вот этих вот передвижений, перемещений, перераспределений наших центральных жгутов. Они у нас по серединке нашего шарфика, они пляшут. Так, 2 изнаночные. Меняется их расположение. 2 лицевые. Вот, собственно говоря, вот видите, что получается. Вот здесь они у нас были, вот здесь жгуты. Теперь они у нас переместились вот сюда. Так, 2 изнаночные. 2 лицевые. И мы 2 изнаночные подошли ко второму жгутику крайнему, который не меняется на протяжении всего вязания. Здесь 3 петли снимаем, и они всегда за работой. То есть вот здесь вот понять, как меняется рисунок по центру, с каким смещением и перемещением, и все. В основном рисунок вот меняется, не в основном, а он меняется только по центру. Крайние жгуты и край шарфика не меняются на протяжении всего вязания. То есть вернули, провязываем последний жгут. 2 изнаночные. Ну тут все как бы. Две лицевые
изнаночная, все по рисунку. Вот мы с вами провязали 19 ряд. 20 ряд вяжется по рисунку. Я уже не буду показывать. Еще 5 рядов мы вяжем просто лицевые, изнаночные по рисунку. Так. Значит, следующий ряд, где у нас перекрещивание, опять же, с такими как бы направлениями, я сейчас еще раз озвучу. Опять у нас будет 3 перекрещивания, как мы вязали вот здесь вот 3 жгута, но с этими направлениями. Теперь мы поменяли направление жгутов, то есть в обратную сторону, и тоже вяжем эти 3 перекрещивания. Значит, сейчас возвращаемся по изнанке по рисунку и вяжем 5 рядов просто, можно сказать, резинки с вот этими 6 лицевыми в 4 местах. Ну, то есть у нас 4 жгута, а остальное все резинка 2 на 2. Опять вяжем 5 рядов. Это будет у нас 24 ряд. В 25 ряду мы опять делаем наше перекрещивание. В первом жгуте, я буду так уже говорить, с наклоном, то есть оставляем с наклоном вправо жгут петли, 3 петли перед работой. Потом следующий жгут, вот он у нас, тоже 3 петли снимаем перед работой. Видите, направление жгутиков не меняется вот в этих. Дальше провязываем 2 изнаночные, снимаем 3 петли, оставляем за работой. Провязываем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Этот жгут у нас всегда петли остаются за работой, первые 3. Потом 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, кромочная. Вот таких 3 перекрещивания мы с вами делаем. И после того, как мы их сделаем, я покажу, что делать дальше. Итак, сделали мы 3 перекрещивание в этом блоке. Вот они, наши 3 перекрещивания. Смотрите, 1, 2, 3. И сейчас это у нас, мы провязали 31 ряд. Осталось еще несколько рядов до того момента, чтобы раппорт нашего узора вверх, в высоту, начал повторяться. Итак, если мы вспомним, вот здесь вот, когда мы делали вот эти перекрещивания, мы сразу же в изнаночном ряду стали перераспределять наши петли. Это был 16 ряд. И уже по изнанке мы делали перераспределение. Сейчас, казалось бы, мы сделали 3 наших вот эти жгута. И должно идти перераспределение. Но нет. Мы сейчас, чтобы перейти к следующему перераспределению наших жгутов, мы будем вязать 1, 2, 3 ряда по рисунку, то есть так, как смотрят наши петли. Еще раз сделали последнее перекрещивание и вяжем 3 ряда. То есть вот сейчас смотрите, изнаночка пойдет, вернемся. Вот здесь вот мы будет лицо, провяжем лицо, вернемся изнанкой в лицо, то есть вяжем 3 ряда так, как смотрят петли. Ничего не перераспределяем. То есть, если у нас по изнанке идет лицевая, вяжем лицевой, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 6 изнаночных, 2 лицевые, 6 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночные. Ну, в общем, и так далее. И так вяжем 3 ряда по узору.
Дальше я расскажу. Дальше уже пойдет перераспределение. И мы возвращаемся к началу нашего рапорта узора вверх. То есть вязание будет повторяться. Итак, провязала я 3 ряда по рисунку после нашего последнего скрещивания. В этом ряду это у нас будет, сейчас скажу, какой ряд. 1, 2, 3. Сейчас, одну секунду, запуталась. Да, это 35 ряд. И возвращаемся изнанкой 36 рядом. И вязание повторяется. Все вяжем заново. Итак, 35 ряд. Это опять наше смещение центральной части наших жгутов. Как мы это вяжем? Сейчас будем делать перераспределение петель. Первые и последние жгуты по краям шарфика, это вязание не меняется. То есть здесь вяжем по узору и ничего не меняем. Кромочная, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Две изнаночные, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. Теперь 2 лицевые. 2 изнаночные. И теперь перераспределение наших лицевых петель. Сейчас провязываем 6 лицевых. Вот как раз смещаем наш жгут. 3, 4, 5, 6. Теперь идет резинка 2 на 2. То есть 5 блоков, как я их называю. Что значит 5 блоков? Вот я провязываю для удобства 2 изнаночные, 1 блок, 2 лицевые, 2, чтобы мне не ошибиться, 3, 4, 5. Вот я провязала 5 раз, получается 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Так, секунду. И теперь 6 лицевых. Давайте еще раз, а то я отвлекалась. То есть здесь все провязали по рисунку. Жгут 6 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И получается 10 петель резинки. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Сейчас 6 лицевых. Это вот мы готовим место, смещаем наши центральные жгуты. 4, 5, 6 лицевых. И дальше все по рисунку. Здесь ничего не меняем. Вот эту центральную часть, она у нас меняется. Боковые части нашего узора не меняются. Дальше вяжем все по рисунку. И возвращаемся изнаночным рядом. Тоже как смотрят петли. А уже в следующем ряду лицевом у нас будет повторяться раппорт узора, то есть то, что я вам показывала в самом начале мастер-класса. И таким образом у нас получается, я делю этот узор на две части. Нижняя и верхняя часть, состоящая со смещением центральной нашей части узора.
наших жгутиков. В принципе, ничего сложного нет. Сейчас возвращаемся изнаночным рядом по рисунку. И дальше идет у нас ряд перекрещиваний, которые мы делали вот здесь. Вот отсюда мы начинали. Вот вы видите. Мы уже распределили вот здесь вот петли сейчас для этого. И у нас будет идти ряд перекрещиваний. То есть ну, вот эту часть мы провязываем без изменений. Дальше идет 2 лицевые, 2 изнаночные. Жгут у нас будет идти с наклоном вправо. То есть мы что сделаем? Оставим, снимем 3 петли на дополнительную спицу и оставим их за работой. Дальше 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Жгутик с наклоном влево. Снимаем 2 петли, оставляем их так перед работой. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И жгутик, который у нас константа, который не меняется на протяжении всего вязания. Снимаем 3 петли, оставляем за работой. Ну и оконцовка. И дальше пошли вот эти 3 жгута переплетения. То есть здесь нужно запомнить, понять, как меняется вот эта вот центральная часть. И как меняются направления жгутиков в центральной части. То есть вот жгуты, которые идут, вот посмотрите направление вот так вот, да, а эти жгуты, вторая часть рисунка, они идут в обратную сторону. Ну и вот это не меняется. Вот в принципе и все. Не знаю, как я доступно объяснила или нет, но... Скорее всего, этот мастер-класс не совсем для начинающих. Ну и повторюсь, включайте вашу логику, и я думаю, что у вас все получится. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Всех люблю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.